Друзья, всем привет, с вами Снавайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня на канале у меня будет очередное сравнение. В этот раз двух телефончиков из противоборствующих лагерей. Здесь у нас Realme 12 Pro Plus и Poco X6. Вполне логично, вы могли бы сказать, было бы протестировать Poco X6 Pro, ведь он и подороже, и помощнее. В том-то и дело, что Poco X6 и Realme 12 Pro Plus построены на абсолютно идентичной платформе Snapdragon 7S Gen 2. То есть по производительности они абсолютно идентичны. И здесь фактически выбор у нас стоит, переплачивать ли почти в два раза, друзья, и покупать Realme 12 Pro Plus, либо же остановить свой взор на X6, если производительности вам достаточно, а такие навороченные фото и видео возможности вам не нужны. Телефончики в версии 8256 продаются, X6 на текущий момент примерно за 20 тысяч рублей, а Realme 12 Pro Plus, если смотреть в нашей российской рознице, примерно 34 тысячи рублей. А вот в версиях с 512 гигами встроенной памяти здесь уже более 40 тысяч Realme 12 Pro Plus и примерно 26 тысяч X6, то есть, почти что в два раза у них разница в цене. С точки зрения дизайна, понятное дело, Realme смотрится интереснее. Здесь и материалы тыльной стороны мне нравятся больше, это такая приятная мягкая эко-кожа. Хотя я бы предпочел синий вариант, вот этот вот бежевый замусолится довольно быстро. Здесь большая шайба, большой островок камеры, где видно камеру-перископ с трехкратным оптическим увеличением. Poco здесь довольно-таки стандартный по дизайну, который мы видели даже и в X5 в прошлом году, с вот этим вот квадратным модулем камер. И сами модули здесь вполне себе заурядные. Это, естественно, не камерафон. У Realme основная камера на 50 мегапикселей флагманского уровня Sony IMX890 с оптической стабилизацией. Телевик здесь у нас на 64 мегапикселя с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Причем модуль в телевике здесь ровно такой же, как основной у Poco Omnivision OV64B. Также здесь у нас ширики на 8 мегапикселей. А вот у Poco имеется двукратная макро. Телевика нету, и основной модуль, как уже было сказано, Omnivision OV64B с оптической стабилизацией. С точки зрения размеров и веса, Poco, конечно, и тоньше, и легче. Весит он 180 грамм, а в толщину менее 8 миллиметров. А вот Realme весит почти 200 грамм и в толщину почти 9 миллиметров. И это несмотря на то, что экраны у них идентичны, 6,7 дюймов, да и аккумуляторы тоже 5000-ные. Что есть у Poco, чего нет у Realme, и, допустим, для меня это важно, это наличие 3,5-миллиметрового джека, которого ни в каком виде у Realme нету. По органам управления и по остальным портам здесь абсолютно все то же самое. Стереодинамики, Type-C, микрофоны, сим-лотки без поддержки карт памяти. В общем, можно сказать, что паритет. С точки зрения экранов, как уже сказал, это у нас AMOLED-матрицы в обоих случаях. Но у Realme это экран-водопад, а у Poco плоский экран. В общем и целом можно сказать, что экранчики в принципе неплохи, что по яркости, что по качеству в обоих телефонах. Давайте я сейчас включу светлую тему, чтобы было идентично и можно было замерять яркость. Давайте выкрутим на максимум и попробуем померить сейчас максимальную яркость. У Poco в авторежиме в помещении мы получаем примерно 680 нит. У Realme в авторежиме в помещении мы получаем примерно 720 нит. Оба производителя заявляют, что на улице в яркий солнечный день вы получите до 1400 нит. Так, автояркость отключим. И давайте теперь измерим коэффициент шим.
На максимальной яркости Poco показывает у нас 7%, Realme показывает 8% с небольшим. Ну и давайте теперь опустим до 50%. Poco показывает 8% с копейками, Realme показывает 11%. Ну и на минимальной яркости Poco показывает 10%, ну а Realme демонстрирует в районе 15%. Можно констатировать, что оба этих экранчика очень и очень неплохи и не доставят никаких проблем даже тем, у кого глаза чувствительны к ШИМ. Какой-то пульсации здесь явно не замечено. С точки зрения оболочек, понятное дело, что имеются отличия. Realme UI 5 версии на базе 14 Android у Realme и HyperOS на базе 14 Android у Poco. Оба производителя заявляют 3 обновления для своих телефонов. Но Realme вышел на базе 14 Android, а вот Poco изначально вышел на базе 13. Так что он получит максимум Android 16, а вот у Realme в принципе теоретически можно дождаться и Android 17. Но будем, как говорится, посмотреть. В остальном же здесь настройки очень и очень похожи, как по настройкам цветности, яркости, так и по настройкам тем, кастомизации. Здесь можно сделать абсолютно все. С точки зрения производительности все очень и очень похоже. Несмотря на то, что Realme демонстрирует у нас, ну, в цифрах почти 100 тысяч превосходства, но, как мы видим, в основном это за счет памяти. Да, здесь у нас UFS 3 накопитель, он значительно быстрее, и за счет этого, естественно, телефон набирает гораздо больше баллов. Если мы посмотрим Geekbench, то все становится на свои места. Производительность именно с точки зрения процессоров здесь, ну, практически идентичная. Почти 800 баллов в обоих случаях на одно ядро, ну и примерно одинаковые 2800-2900 на все 8. А вот с точки зрения накопителей, как я уже сказал, Realme однозначно вырывается вперед. Здесь у нас накопитель UFS 3, который в 2 раза быстрее, чем накопитель у Poco. Мы видим почти 2000 мегабайт на записи на чтение у Realme и 900 и 1000 на чтение и запись у Poco. С точки зрения модулей коммуникации, вроде как абсолютный паритет. Поддержка двух диапазонов Wi-Fi плюс Wi-Fi 6 – также у нас Bluetooth версии 5.2 и модули NFC. Но, тем не менее, я, подключившись к одному и тому же роутеру, получил немножко разные результаты. 500 мегабит выдает мне провайдер, ну и Poco демонстрирует мне максимально возможные цифры и на скачку, и на загрузку. А вот Realme на скачку показывает примерно 500, а на загрузку в 2 раза меньше. Всегда тестирую модули GPS, и здесь опять же Poco показал себя лучше. Точность 3 метра, в отличие от 6 у Realme, и в использовании было гораздо больше спутников, почти в 2 раза, нежели у Realme. Но опять-таки это все в сравнении. Оба телефончика демонстрируют неплохие возможности, и пользоваться навигацией можно комфортно что у Realme, что у Poco. С точки зрения автономности здесь, ну, практически идентичная ситуация. У Poco аккумулятор чуть больше, 5100 мАч, у Realme 5000, но у Realme очень классно оптимизирована оболочка, и вообще оптимизация лучше. Я получил чуть лучшее время работы, примерно 2,5 дня. У Poco в среднем мне приходилось заряжать телефон каждые 2 дня. Но это телефон моей мамы, которая уже довольно долго им пользуется с начала года. У нее вообще телефон живет по 3-4 дня, но она практически, как вы понимаете, ничем не пользуется. Когда он ко мне попадает в руки, я его заряжаю каждые 2 дня. С точки зрения зарядки абсолютно идентичное время, примерно 40-45 минут для Realme и для Poco. С точки зрения звука оба телефончика неплохи. Стереодинамики что у Realme, что у Poco, причем даже звучат они очень похожи, что по качеству, что по громкости. В обоих телефонах гибридная стереосистема. Нижние динамики у нас основные, а вот верхние динамики совмещены со слуховыми. И понятное дело, что звучат они чуть
тише. Но, тем не менее, и киношки посмотреть, и в игры поиграть, и музыку послушать можно комфортно на обоих телефонах. В общем, по звуку вы не будете разочарованы точно. С точки зрения камер, понятное дело, Realme, можно сказать, что уделывает Poco в одну калитку. И основной модуль камеры здесь значительно круче, ну и, естественно, имеется и телевик. Но я не могу сказать, что Poco фотографирует плохо. Здесь тоже довольно неплохое качество фотографии, особенно на улице в яркий солнечный день. Вы однозначно будете довольны, никаких проблем здесь я не заметил. Да, понятно, что телевика здесь нету, и вам придется довольствоваться только цифровым зумом, который, естественно, значительно хуже, чем оптическое увеличение у Realme. Но, тем не менее, повторюсь, вы получите неплохое качество фотографий, которое вас, в принципе, не разочарует. С точки зрения видео, оба телефона умеют писать 4К 30 кадров в секунду на основные модули, но вот Poco еще умеет писать Full HD 60 на фронтальную, в то время как Realme лимитирован Full HD 30. В общем, давайте посмотрим на сравнение видео и будем резюмировать. Realme и Poco позволяют снимать вплоть до 4К 30 кадров в секунду на основную камеру. Именно так я сейчас и снимаю. Во время видеозаписи переключаться между объективами не позволяет ни Xiaomi, ни Realme. Имеется только цифровое увеличение. Давайте посмотрим. Максимум 18x у Realme и 6x у Xiaomi. Но понятное дело, что качество картинки при цифровом увеличении становится гораздо хуже. Если вы хотите снимать с оптическим увеличением, то придется включать этот объектив заранее. Переключаться во время того, как вы начали видеозапись, уже, к сожалению, не получится. Сейчас я включил видеозапись с включенным оптическим телевиком у Realme. Он с левой стороны и двукратным цифровым приближением у Xiaomi. Такая вот картиночка получается. У Realme этот объектив оснащен оптической стабилизацией, так что, в принципе, даже если вы будете идти, картинка будет оставаться довольно плавной. Ну а на фронтальные камеры оба телефона записывают только в формате Full HD. Правда, Xiaomi умеет записывать Full HD 60, именно так я сейчас и записываю. В то время как у Realme запись ограничена Full HD 30. И, честно говоря, я не понимаю, почему существует такое ограничение. Зачем Realme сознательно ухудшает фронтальную камеру своих телефонов. Здесь также довольно неплохо отрабатывает стабилизация. Можно идти, и, собственно говоря, вы все прекрасно видите. Картинка довольно плавная. С точки зрения динамического диапазона, задний план проработан чуть лучше у нас у Realme, это прекрасно видно. Цветопередача тоже немножко отличается. Но что мне действительно нравится, это то, что угол захвата у Realme гораздо больше, чем у Poco. Плюс ко всему имеется возможность еще переключиться на 0.8. Вот здесь вот. Сейчас мы это попробуем вот таким вот образом и захватить еще больше картинки. А у Poco, к сожалению, такой возможности нет и приходится довольно далеко руку отодвигать, чтобы захватить достаточно большое количество в кадр. С одной стороны, сравнение не совсем честное, потому что телефончики значительно отличаются по цене. Но, с другой стороны, они очень похожи по производительности, автономности и экранам. Значительное отличие у них только в камерах. Поэтому здесь фактически мы сравниваем не возможности телефонов, а возможности этих модулей.
И тут, по понятным причинам, если для вас фотография на первом месте, вы предпочитаете очень много фотографировать и снимать видео, естественно, лучше все-таки доплатить и купить Realme. Если же вам нужен нормальный среднебюджетник за 20-25 тысяч рублей, вы время от времени фотографируете и снимаете видео, но для вас это не самое главное, то смысла переплачивать за Realme 12 Pro Plus однозначно нет. Вы можете очень серьезно сэкономить и купить такого крепкого середняка. В общем и целом, оба телефончика заслуживают вашего внимания, но они, естественно, предназначены для разной категории покупателей. Ну а вы обязательно пишите в комментариях, какой из телефонов вам нравится больше, какими производителями вы предпочитаете пользоваться и почему. Ну а я буду заканчивать. С вами был Айс. Всем пока!